есть Чики Бамбони смотрим. Бэн, Мэнд. Ну, круто. Посмотрим. Жук, жук. Какой-то мрачный аниме, вот все это психоделика, вот это все психотропное. Я люблю такое, люблю, обожаю. Все. Они не только, в общем, такое двойное проникновение. Мне нравится ее напор, мне нравится ее уверенность, мне нравится ее внешность, она чертовски крутая. То есть она словно вышла из аниме. Она прям. Ну только я не знаю, как это объяснить, ребята. Ой, ой. Из-за аниме, опенинг, не знаю, эндинг, в общем, все, прям вот я прям чувствую, энергетика аниме чертовски, она есть. Звучание, пах, уши прям такие, ну такой, а еще хотим. Поэтому я исполню их желание и дам еще. Хор, блин, момент просто был хороший. То есть там прям ударные части. Девушка тоже голосом своим, так скажем, наносит ударки. Удар, пауза, и потом дроп. Наводили какую-то жуть, у них есть какая-то вот такая вот эмоция неопределенности, и она пугает, неизвестность она пугает. В общем, девушки такие, знаете, бледные девушки, они словно репетировали настолько долго тренировать, что они устали, они обезвожены, они продолжают херачить. В общем, вот такие вот девчачки. Хорошая у них такая есть, такое ощущение, такое вокальное, то есть они начала разжигать огонь, потом немножко идет такую лирическую часть, спокойную такую, красивую, очень мелодичную, приятную для уха, причем очень божественную, такую, прям хороший, трогательную. Потом снова продолжает бить, еще раз бить. Классное решение.
Сонате нового вокалистку. В общем, очень круто. Я уже говорил, что и концерт, просто выступление какое-то, это уже клип считается. Но здесь они сделали, то здесь хорошего снято было, как так скажем, концерт, то есть их выступления, их репетиции. И какой-то добавленный, так скажем, параллельный такой сюжет. И смотрелся это очень органично, ну, так скажем, атмосфера мрака все равно присутствовала. И прикольно, прикольно, да, то есть они как бы вроде и мрачные, но несут позитив, что я уже и говорил, в принципе. В общем, вот... размяйся, скажем. Добро посетить, всем чики-бомбони.